В Украине продолжают обсуждать, как реинтегрировать Донбасс. Об этом говорили сегодня за круглым столом представители ведомств и общественных организаций. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев Георгий Тука, в частности, отметил, что работой профильного министерства в этом году недоволен. Но пообещал, что в 2018-м наверстают упущенное. Идеология, яка живе в нашому міністерстві, полягає в тому, що ми всі один народ, ми всі одна велика Україна, і ми мусимо допомагати один одному. Хотів би зазначити, що ми вже здійснили фактично дуже великий крок вперед щодо забезпечення житлом вимушених переселенців.